Добро пожаловать в Орден. Не то, что ожидал. В этом весь смысл. Демоны среди нас, Данте. Они порабощают человечество. Мир спит, беспомощный и с промытыми мозгами. Мы сопротивляемся. Мы — маленькая группа борцов за свободу. Мы — последняя и единственная линия обороны. Обороны? У вас нет шанса. Мы не пускаем ничего на самотек. Мы собрали обширные знания о демонах и их приспешниках. Политики, банкиры, поп-звезды. Мы можем ударить в их самые слабые места. Невероятно. Данте, это в самом деле ты? Ты меня не помнишь? Нет. Что ты помнишь из своего детства? Немного. В 7 лет я болел менингитом, и это стерло мою память. А что? А мне сказали, что я попал в автокатастрофу и заработал амнезию. Тоже? В 7 лет. К чему клонишь? Менингит — людская болезнь. А ты не человек, Данте. Все войны выигрываются обманом, и тебя тоже обманули. Твое прошлое скрыли от тебя не просто так. Напомни, кто ты вообще такой? Меня зовут Вергилий. Я основал Орден, чтобы найти способ борьбы с демонами. В смысле, помимо мечей и пуль? Таким оружием можно выиграть битву, но не войну. Мы используем силу, да, но также мы используем интеллект, политику, пропаганду. И ты веришь, этим можно нанести удар? Нанести удар? Если мы будем работать вместе, то мы сможем одолеть их. Так вот оно что. Я вам нужен для борьбы с демонами и спасения мира. А на что еще ты планировал потратить свою жизнь? Ну, вы вроде ребят неплохие, но я одиночка. Проблема с доверием, поэтому работаю один. Данте, ты не понимаешь, что стоит на кону... Если хочешь уйти, просто повернись ко мне спиной. Но ты сделаешь большую ошибку. Не только для себя, но и для всего человечества. Человечество? Да. С чего ты взял, что мне не похуй? Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Показать мне что? Кто ты на самом деле? Это был твой дом. Я не помню. Вспомнишь. Кэт, открывай проход. Что ты делаешь? Наш мир и Лимбо очень тесно расположены. Там, где они сталкиваются, образуются так называемые разломы. Именно в разломах мы можем создавать переходы внутрь и из Лимбо. Пахнет не очень. Что в баллончике? Смесь, которую я создала на основе старого веканского рецепта. Морская соль, акулий жир, железная стружка, засохшая сперма белки, волчья шерсть. Звучит круто. Иди. Этот дом полон тайн. Я нашел свои. Теперь твой черед. Как мне вернуться? Мы позаботимся об этом. Просто будь осторожен. Там будет непросто. Люблю трудности. Это и вправду сработает. Ему, похоже, все равно. Он неопытен. Ты тоже была такой, когда я нашел тебя.
Ну что же, мы погрузились в лимбо. Опять. Не очень-то хорошо, не правда ли, друзья? Дайте-ка кое-что проверить. Что у нас здесь по параметрам графики, мать ее? Почему у меня не стоит вертикальная синхронизация? С ней все намного лучше выглядит. Ага. Где-то впереди есть что-то. За этой дверью. Прямо там. Значит, это мой дом. Но покажи мне свои тайны. Ладно. Что-то там определенно есть. Вопрос только в том, что. Давайте зайдем, посмотрим. Что же там у него внутри? В этом доме. Ага, меня так просто сюда не пустят. Ясно, понятно. Значит, будем изучать другими способами. Ну, вот он и ключик. Замечательно. Здесь их будет два. Не очень хорошо получилось. Ну да ладно. Где-то за этой стеной. Там душа. Что ж, пойдем и найдем ее. Можно прокачать еще что-нибудь интересное. Способности. О, как это делается, ясно, понятно. Так, ту хрень я тоже не вытащу. Опять где-то что-то за стенкой. Да что у вас? Я помню это место. Ты кто такой? Спарда. Сын Спарда. Мой отец? Он самый. Не
Ну что, потанцуем, девочки. Давайте поинтереснее что-нибудь смогете. Ну-ка, покажите мне класс. Ну, кажется, вылез кто-то поинтересней. Рыцарь смерти. Ты следующий. Ха! А ты крутой. Вот ты известный чувачок. Это я забыл, что тебя можно только сзади. Что ты пытаешься мне показать? Ну да ладно, я не против повеселиться. А сюда нам пока и рано. Я понял себя. Папуля. Разблокировано новое оружие. Арбитр. Демонический топор с медленными, но мощными ударами. Теперь не такой крутой. Так. Знаете, ребятки, повеселитесь. Я надеюсь, вам понравится. Кажется, мы разобрались. Кто это? Лох! Черт, но духа наверху я все-таки упустил. Обидно. А что если мне... сделать вот так? Ну-ка. Будет ли это как-то влиять, интересно? Короче, я не могу разрушить эту кристаллу. Ну да ладно. Значит, будем работать по-другому. Yeah.
готово? Данте? Я правильно расслышал? Так вот как открываются эти веселые двери. Так, здесь кажется что-то было, нет? Или мне тогда показалось? Я хочу попробовать все-таки забрать того призрака. Я же думаю, вы не очень против того, чтобы я это попробовал сделать. Я постараюсь максимально быстро. Закрыли. Для меня проход замечательный, молодцы. Называется, как же я мог так сильно лохануться? Ну что ж. Так. Ну вот эту фигню я точно таким образом не разобью. Ладно. Ты злые, смотрите-ка. Так, я понял. Лучше управлять на другой шоссе мыши. Ого-го-го. Так. Хрен с ними. С крутыми комбо-ударами и всеми делами. Просто их разобьи. Это я. Я помню это. Где это я? Что-то мы оказались немного где-то не там. Это сон?
Разблокирована новая способность, адская тяга. Выбрасывая хлыст, вы можете захватывать врагов или предметы, притягивать их к Данте. О да! Прикольно. Надо будет пользоваться. А ну и сюда. Ну или так. Все равно Данте выглядит эпично. Даже когда падает. Неплохо. Отсюда. Так, прыжки, это, конечно, не мой конек, но я думаю, справлюсь. Иди сюда. Самое смешное, что Данте там может упасть, а я вот нифига. Вот сейчас было красиво, как ее же снаряд отхреначил. Причем топором. Я думаю, что я сейчас догадываюсь. Разобьем его. Ладно, что еще ты хочешь показать? Так, ладно. Действительно, дружок. Что ты хочешь мне показать? Еще одна душа, отлично. Так, открываем комнату. Заходим внутрь. Что же за задание нас ждет здесь? Медь набор высоты. Убейте всех врагов за отведенное время, чтобы начать наш митибэк. Па-па-па-па. Надеюсь, это все враги. Даже не покоцали почти. Плюшечка. Отлично. Темная сущность. Ну ладно.
Они здесь, они нашли нас. Что здесь произошло? Нам нужно уходить. Сейчас же. Скорее. Давай, быстрее. Мать твою за ногу. Бата со щитом. Знакомый голос. Я, конечно, не в курсе, как они нас нашли, но падать вниз я бы себе не советовал. Кстати, там какие-нибудь вкусняшки есть? Нету. Ну, а жаль, кстати говоря. Сезам, откройся. Арбитр. Так, ну с паузами всякая хрень, конечно. Значит, вот это делаю, в принципе, да? Либо вот эту. Давайте дрожь увеличим у арбитра. Способности, не вижу пока смысла. Предметы купить. Малая звезда стоит дороже теперь. Вот черт. Ой, чуя будет, это плохо. Это... мама? Я люблю тебя, Данте. Ёбаные демоны. Ну, ребятки, давайте потусим. Совет для продвинутых игроков. Подавитель блоков. Адская тяга полезна для раскрытия уязвимых мест и способна заблокирования врагов. Ну что же, новая способность от мамочки. Разблокировано новое оружие, Осирис. Ангельская коса, которая будет чрезвычайно полезна против больших толп врагов. Пассивный режим Осирис подпитывается адской энергией при нанесении ударов по врагам, предоставляя бонусный урон в полностью заряженном состоянии. Все лучше и лучше. Только что Зирис был заряжен полностью, теперь он наносит дополнительный урон во всех атаках. Yeah.
Вот теперь здесь можно повеселиться. Ну что ж, возвращаемся назад. Ты! Иди за ней! Вон туда! Запри все двери! Ну же! Отстань от меня! Отстань от меня! Кто-то пристает к нашей маме, это надо исправить. Да ё-моё! Сколько и скольки? О, их здесь много. Мне вот интересно, есть ли какие-нибудь милашки здесь? Или вас тут нету? На самом деле, адская с вот этим оружием поменять бы местами. Ну да ладно. Зато теперь мы можем пройти первую и вторую миссию на 100%. Так вроде как нечего улучшать. Разве нет? Способности. Удар ногой. Окей, ну ладно, с этим мы еще разберемся. Всего один вопрос, зачем здесь вот эта точка? Ну да ладно. Кусочек колбаски. Малый с паской. Не хочешь, да? Да, мама, не подарок не нравится, определенно побольше. Грёбаная душа. Ну вот летать он пока не научился. Здесь я вижу вкуснятину. А заодно темную сущность. И никого больше. Никого больше. Ладно. Синяя роза. Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Да что же, Машу вашу, здесь за ногу творится? Разблокирована новая способность «Ангельский крюк». Выбрасывая хлыст, вы можете захватить врагов или предметы, вытягивая данты к ним.
Проще говоря, параллельная способность прошлой. Тогда мы притягивали объекты, теперь притягиваем их сами к себе. Точнее, себя к ним. Ну что ж, прыжки начинаются. Как я люблю это дерьмо. Благо, здесь все замедлено. Круто! Согласен, это действительно неплохо. Ну так, на всякий случай. Так, заряжаемся. Неплохо для новичка типа меня. Ой, что-то пошло не так. Ладно. Обманом, и тебя тоже обманули. Твое прошлое скрыли от тебя не про... Совет для продвинутых игроков. Парирование винтом. Атака пропеллера Азириса особенно полезна для парирования летящих зарядов из огнестрельного оружия и отброса в них обратно во врагов. Типа вот так. Что-то мне кажется, что здесь вообще не будет такого. Ауч. Ну-ка, сюда. Малевочки. Помню свою мать. Ее звали Ева. Она дала мне это. И еще у меня был брат. Мы были семьей. Я не знал, в какой опасности мы были. Демоны нашли нас. Когда они вломились, я увидел его.
Она отдала свою жизнь, чтобы мы могли сбежать. Я никогда не забуду, что он сделал с ней. Наш отец, Барда, увез нас с братом оттуда. Он разделил нас, скрыл среди людей, стер нашу память, чтобы защитить нас. Поэтому я почти ничего не помню до этого дня. Ну что ж, настало пора вспомнить. Вспомнить, мать вашу, все. Я смотрю, нас кто-то люто ненавидит. Не правда ли? Ну-ка вниз. Я сваливаю. Нет, я боюсь, что я не уйду. Больше никакие части не подтянуть, не правда ли? Ну и ладно. Я таки хочу выйти отсюда. В идеале, конечно, живы. Ура! Ты мой брат. Брат-близнец. И я давно тебя искал. Наша мать дала это нам. Думаю, она знала, что этот момент настанет, что мы найдем друг друга. А наш отец? Спарда? Изгнан навеки. Говорят, эта судьба хуже смерти. Он никогда не вернется. Я хочу знать больше. Откуда мы появились? Что с нами произошло? И кроме того, я хочу знать, кто во всем виноват. Ну что ж, это еще одна пройденная миссия. Очки стиля аж прям на СС. Опять закончил на С-очку. Хотя во времени на А-шечку, а по завершению менее 50%. То есть я не нашел ключ, не нашел комнату и не нашел аж целых 5, собственно, штучек. Смертей 0, но, правда, использованных предметов аж целых 2. И это прям проблема. Улучшение доступно 2 бонуса за прохождение миссии. Тоже есть финальный счет. 3 миллиона, неплохо, да. Вот, собственно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока. С вами был, как всегда, Дезертир.